Разберемся по ходу дела. Но я думаю, все равно побед 3 я сделаю от колоды. Хоть, конечно, здесь и огромное количество совершенно бесполезных карт. Малфурион и Утер. Я буду сражаться с честью. Я должен защитить природу. Окей. Друид солиднее, чем у воин. Друид, по-моему, самое-самое солидное. Я могу тебя достать. Ну не, наверное, лучше все же. Если вдруг у него будет Shielded мини-бот. Да, наверное, лучше укушу. Отличненько. Ну, шаттер сам будет не очень хорошо. Это, ну... Ну ладно, мне убьет одного. Блин, к сожалению, я вот этого не смогу достать. Вот самое большое разочарование в этом. Ладно. Серьезно, серьезно. Кровь и золото! Это я могу укусить. Я, наверное, бомбера достану. Да ну, бомбер он меня убьет. Ну хотя и черт с ним, убьет и убьет. Правильно? Ну да, что я еще могу с этим поделать? На следующий ход могу сделать 3-1-1. Имбаза? Цель отмечена, кристалл. Не очень, на самом деле. Да, Гучу карт ему дам. Не очень здорово. И он все равно будет умирать от Русильвера. Ну ладно, хорошо, я все равно сделаю так. Да не. Сейчас 5-5 слабо. Он бы меня все равно убил. Конечно. Но это моя единственная надежда на победу была. Ну и хрен с ним. Я неправильно сделал. Ну ладно. Да, конечно, правильный ход было ударить вот этим парнем по 1-1, а на него баб закинуть и ударить. Вот это было бы верно. Ну ладно, убьет меня 3-1 Трусильвера. Может, консекрейшн сделать. А делать консекрейшн я сдаюсь. Приказание.
Окей. Вот это солидненько. Да? Ну да. Да давай я даже так сделаю. А на следующий год у меня есть летал. Если он мне не заберет их. Хотя такое количество карт, что ни лечение, ни таунты, ни то, что он мне не ремонит, это я слабо в это верю. А вдруг? Следуй правилам. Что приказать? Жесть, жесть. Привет, Гарм. Че, таун, что ли? Нет. Ну и хрен с тобой, я буду в лицо тебе. Окей. Змей. Ну конечно же. Змей. Во имя природы. В лицо. Ну теперь главное не лечение. Упс. Дай мне подумать. Окей. Вряд ли я смогу его убить. Да, у меня очень мало какого-то урона в лицо. Я готов, сэр. Значит, 3 плюс 6, 9, плюс 9, 18. Окей. Точно, у меня 3 диверсанта, я забыл о них. Да, диверсанты мне могут выиграть игру. Если он не полечится. Не лечится. Неплохо сыграно. Не лечится. Прикольненько. Неплохо сыграно. Хе-хе. Окей. Мордачи победили. Малфурион и Ран. Тоже бородатый. А молот рока. Так, ну мне ничего не надо из этого. Природу. Я буду на следующий ход делать, то есть не знаю, не ясно. Ладно, я могу укусить его просто. Да, близость к природе, конечно, несерьезно. Вау. Вау. Это, конечно, круто. Можешь даже форку какую-нибудь сделать, я не расстроюсь.
Не, четверка, которая забирает существ руку. Черепаха. Ну и ладно. Черепаха, черепаха. Ну да. Почему я делаю так? Потому что, ну, чтобы убить его, во-первых, с одного удара, во-вторых, если я не ударю по нему, то он меня ударит в ответ и всего единицу получит. Конечно, мне нравится. Окей. Давай. Поздравляем, партизан, тебя. От всего чатика. Какая встреча? Окей. Что приказание? Жалко, нет свайпа. Ну ладно, так, так. О, за окном Риган. Да, это будет, наверное, лучше сейчас. Почему я убиваю тотема не 1-1? Потому что тотем, ну, может новый прожать и какой-то другой выйдет, а я с удовольствием приму 1-1 тотем. С его стороны. Окей. Okay. Интересно, 3 или 2? Ладно. Хорошо. Есть одна карта на дроу даже. Люблю налет. Имя это можно даже на чулай сделать. Хотя... Не, надо подумать. Не, не могу сделать. Так, так. Достать дерево это слабенькое. Итак, значит, что я хочу? Nature Lies 2, 3, это 5, плюс в лицо. Ну, лучше вот этих двух. Ну, давай. Интересное имя природы. Оно ведь сажает. Время не говорит. Начинается. Ну, вряд ли Хекс у него здесь. Я думаю, он бы его сделал вместо пятерки. Нардскол, окей. Виндфури. Вот это прикольно. Ну, ладно. Сильно-сильно согласен. А мы сделаем восьмерочку. Можно было бы Варгена, кстати, достать. Он тоже 8 урона мог бы нанести потенциально с дворфа. Ну, такое. Что же делать? Ладно. Следуй правилам. Вау. Ничего себе. Ничего себе, ничего себе. Ну ладно, давай так мы сделаем. Сделай мне больно. У меня есть большая пушка.
Броненосец! За мной! Пропахло жареным! Теперь я никак не буду убирать. Ох, трудно тебе, игрок. Бедный ты, бедный. Становится жарко. Так, что я должен делать здесь? А, я могу это зачистить, могу. Значит, удар так. 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 Укус. Оставить 3-4. Ну, давай, оставлю 3-4. Простите. Окей, окей. Сколько я тебе могу нанести? 8. Вторая победа. Даже Keeper of the Grove без брады. Да? Sans без брады. Печально. Я должен защитить природу. Ну, давай две троги оставлю. Хотя немножечко, конечно, странно, но ладно. Норм. Комбо. Два, три. Привет из огромного мира. Может прожать свою обилку? Я как бы хочу, чтобы он прожал свою обилку. Тогда я его убью с помощью всадника. Ничего не хорошо играю. Здесь ела одна. Давай. Молодец, молодец. Подумал, чё вообще, чё это за ход такой дурной? А нет, друг мой, нет. Развёл, да, я его на билочку? Это я, это молодец. Чё? Что задумался? Ну, мы давно такие не играли. Забавные аренки. Я должен сделать... Пора уже, пора. Хм.
Вариант один. Я бью ему в лицо, достаю 5-4. Вариант другой. Я делаю за двоечку, бью и достаю двойку. Тогда он меня убьет. Интересно. Зачем меня убьет? Да не, мне кажется, лучше вот этого достать. Алле, оп! Ну, меня дезбайтом здесь убьет, ну а что делать? Алле, оп! Мне понадобится еще чардж. Да никак не возьму это галакти 12. Без вайпов, без вообще без всего. Дезбайт, да, может быть, но пофиг. Даргарен Дворф тоже пофиг. Все, у меня надежда, вот я его достану. Плюс знак дикой природы, я убью Даргарен Дворф тогда. А, вот это я, конечно, хочу убить. Халява. Застань сейчас скрин четверочку. Но Слайф Коуч против меня. А, ну это Горош. Горош. Не поспорь. Точно против Гороша играю. Никаких сомнений. Окей. Я ее убью. Покруче, чем Маржин Командера. Плюс один на здоровье, и еще и этот даунт еще. Встреча. Солидненько. Встреча какая. Ничего себе. Что приказал? Че я буду делать? Я могу бомбер кинуть. Давай бомбер кинем. Ну, я могу вот это и брать. Одна ночь для охоты. И, кстати, мне здесь очень неплохо прожимать постоянно билд, потому что у меня есть 8-8, которые становятся дешевле. Не будем об этом забывать. У которого огромная такая снежная борода. Ну, это я могу убрать этим парнем. Тут не очень хорошо. Ну, ладно. Давай сначала тебя, наверное, уберем. Угу. Давай так. Да, я забыл про змею. Ну, у меня еще одна есть. Вроде бы как. Ну ладно. Да, это, конечно, нужно было бы оставить. Какой-то клиф плохо был. За орден? Ну нет, это не страшно. Я могу убить с помощью вот этого и троечку достану. Не. Даун сделаешь? Блин, нифига себе. Ничего себе. Не, ну ладно, хорошо. Придется отдать. Хотя, с другой стороны, а чё мне, зачем мне его отдавать? Я лучше же вот этого убью. Чардж сюда-сюда и... Да, давай. Пускай сидит в своем диваншилде. Вёк, ты спутал L и I? Ну ладно. Тигр. Окей. Лицом ударюсь.
тебя достану и... Вот оно комбо. Да, давай. Или нет. Просто четверку и ударится. Да нет. Да зачем? Сделай мне больно. Будет стоить 6, я могу на следующий ход разыграть. Давай. Сделай мне больно. Ты каски, он вообще на Good Game сидел, не на СК2, давай. Чё ты-то будешь? Оруженосец, со мной! Я готов. Где-то мне 4-5-4. Я не против. Раз, два, три, четыре. Ну да. Подожди, я тебя никак не убиваю. Это у нас 11. Это у нас... Плюс 1, 12? Нет, 14. Мало. Ладно. От этого больше карт у нее не стало. Окей. Не, давай так. Вдруг брал. Поэтому я не буду ничего доставать больше. Прикольненько. Прикольненько. Окей. Вопрос, как нам с этими бородами еще час играть? До подготовки. Ну, придется еще и констру немного. Скарлетт будет, ну, так против. Так против. И... хорош! Победа или смерть? Я должен защитить природу. Ну, можно оставить тройку. Давай ставим тройку эту. Слабенькая, но учитывая, что у меня вся колода такая, то вполне нормально. Тебе не нравится эта арена? Скарлетт, что это? Почему? Почему? Хорошая арена. Ладно. Молодец, Калента. Даже не стал открывать. Но он же промахнется второй раз. Промахнется, я верю в него. Чем мне нравится? Веселая зарека. Где ты из таких картишки найдешь? Промахнись. Окей. А, промахнулся и попал. Поиграно. Поиграно, окей. Ничего не скажешь.
Ну давай. Да Скарлетт стесняется просто. Она, конечно же, любит борды, но... Ладно. На него понадеемся. Давай. Красавчик. А что тогда тебе не нравится? Тут все вокруг ворот. Бороды. Вера, мой щит. Гадость какая-то. Ладно. Итак, что я могу? Я могу его достать. Nature Lies. Ну что, Nature Lies? Тебя? Nature Lies. Укусить. Доктор Три будет, это же слабо, слабо. Там все равно, да. Что же мне делать? Ну ладно, а что делать? Дай мне задание. Я могу поднять его до 4. Это хорошо, это так себе. Но целую карту отдам. Ну давай убивать. Ну вдруг он как-то не сможет это убрать. Хотя я, конечно, не верю. Да. Ну, благо и 4 он бы смог убрать. Я не привыкла так рано вставать. Ну, ладно, давай тебя достанем. Ну, кстати, можно и тебя достать. Я готов. Хоть такое дело. Окей. Okay. И все равно смогу разобраться с этим. Пока что. Скарт. Это плохо. Ну да. Ну да, ну да. Слишком много хочешь, Саски. Ладно, у меня 2 пятёрки. Не, ну ладно. Тоже черт с тобой. Убью тебя. Бей мне в лицо, бей в лицо. Мне не хочешь бить в лицо, не хочешь бить в лицо. Ну ладно. У меня есть большая пушка.
Я щит Аргуса! Семерочку лицом, но это, конечно, ему не очень страшно. Это я могу убрать с помощью вот этого парня плюс укусить. Нет, я уже не могу это убрать. Я ничего не сделаю. А, я могу достать дерево. Это вполне адекватное решение. Сложившейся ситуации. Он, правда, всем на свете может ударить его убить, но это ладно. Мне нужен стоп-дека второй великан. Вот. Окей. Учитывая, что я ему дал Nature Lysom две карты, вроде бы... А, ясно, я понял. Я понял, беда. Окей. Так, и чё вообще? Ну да, мне только 8-8 нужен. Только он меня может спасти. Вот этого огра. Окей. Ну да, меня ничего не спасет. Оруженосец, со мной. Я готов, сэр. Что такое? Единица долетала. Давай. Где мой приз? Я сдаю. Не очень. Ну ладно, когда-то должны были борты проиграть. Главное не три раза подряд проиграть. Так на магии 4-3. Так что не-не-не. Пока еще рано говорить о успешности бородатой арены. Ладно, это неплохо, это не надо. Это пас. Зачем мне нужен он? Ну ладно, давай оставим. Моя самоводка взрывается очень редко. Ну да. Меня. Ну, я могу это убить. Это уже хотя бы какая-то радость. Я не против этот второй такой же. Вообще, единственный шанс на мою победу, это... Окей, ладно. Так, что я хочу? Наверное, Воргина. Да, наверное, Воргина. Или тебя лучше. Давай лучше тебя. Единственный мой шанс на победу, это быстро его убить. Потому что... Ну, как бы пытаться что-то надроить, это все ерунда, потому что у меня много очень плохих карт. У него карта нормальная.
И я по-любому проиграю. С какое-то время. Лица. Окей. Ну, я ударю разочек, ударю ему и достану его. Давай. Да, там хорошо. Желательно не один-один. Ворген, ладно. Все, пас. Отлично. О, я тебя, конечно, достану. Ты мне подходишь для быстрого убийства. Я совсем не буду против, если он меня ударит. Так, так. Главное, чтобы мне его не убрал. Хекс. Ну ладно. Хекс так хекс. Значит, моя цель на следующий ход вот этих двух, наверное, достать. Рубайтер. А может нет. Это так еще. Ну ладно. Да, давай. Тебя, тебя. Значит, если он достанет Фаерлема, я смогу нанести ему 12. Плюс отсюда еще. Давай, Фаерлем. А делать ли мне это? Я думаю, да, я буду делать это. С другой стороны, я могу убрать его. Это уже, в принципе, довольно неплохо. Да, давай, против шамана я. Ну, я же есть летал на следующий ход. Итак. Значит, я могу нанести ему 5, у него останется 3. Что такое 3? 3 это, в принципе, вот этим ударить, и я его добью. Да, пожалуй, давай в лицо. Ну, хотя хрен его знает. Да, давай в лицо. Положи это яблоко себе на голову. Ну, плохо. Второй Фаерлем, это не очень страшно. Убьешь мне 2-1? Это не очень хорошо. Не очень хорошо, ну ладно. У меня может прийти еще один, значит, у меня есть два чарджа по 2-1, у меня есть еще два дворфа. Это не тот тотем. Ну, ни хил, ни таунт. Тоже мне не страшно. Давай. Тоже чардж. За тобой. Как выигрывает хрен. Мне было бы обидно проигрывать таким вот колодом. Фурион! И...
Все, пока наравне с магом. Я буду сражаться с честью. Я должен защитить природу. Ну, блеск трона можно добавить мех магу. Я, кстати, могу его оставить и очень долго держать стелсы, пока вот этот не выйдет. Давай. Да, блеск трона мех магу заходит неплохо. Два других же, они действительно вот такие себе. Совсем фановые. Ну, да, Consecration может меня наказать, но пофигу. Я не думаю, что он на одну вот эту карту будет Consecration давать. Не, будешь беспокоиться, следуй правилам, как, или какой-нибудь БГХ, который мне сразу его уберет. Вот это больше. Окей. Еще одна ночь для охоты. Это мне тоже не нравится. Карта. Ну, может быть, я разменяю, сейчас посмотрим. У нас нет. Я могу держать ее за таунтами. Давай. Вот так вот. Огном, регат! Огном! Да, не буду слишком пытаться вот тут это сделать. Сейчас посмотрим, как оно выйдет. Master for Battle очень плохо. Я на страже. Ладно. Страж так на страже. Такой вот он. Герой в маске. Я сейчас надеюсь. Нет, комбинация. Ну, плохо будет, если Трусильвер достанет. Консекрейшн тоже плохо. Ну, ладно. Это не очень страшно. Я могу это разменять, но нет, я, конечно же, сделаю так. Змей. Ну конечно. Если сделать Blessing of Kings 5 плюс 5. Ну ладно, я этим убью. В таком случае. Какой я молодец, да, как я сохранил котика? А как я это убью? А не так. Прикольненько. Прикольненько, прикольненько, да. Моя самоводка взрывается очень редко. Ну да. Кто-то надеялся, что я выиграю? Надеюсь, еще бафов не будет. Да, да, Динго больно, но... А что делать? Окей, окей. Итак. Ну, 11 еще получить. Ладно, это не смертельно. Так, так, укусить...
Гладира? Наверное. Люблю налеты! Имя природы. Я готов! Полный вперед! Этими двумя бы его убить было бы здорово. Либо прожму еще разочек обилку. Да я свое же я могу. Как я могу сохранить змею? Но котик живой. Хорошо, окей. Это не очень страшно. Фейс! Может я тебя убью? За такие дела. 8 плюс 3. 11 плюс 4. Окей, плюс 4, это у нас 15. А, нет, немного слишком. Еще раз, 8, 3, 11, 15. Мало. Окей. Слава богу, не то. Давай. Как-то так. Привет, пан Хантер. Спасибо, спасибо. Ну, Blazing of Kings меня убивает, Трусили меня убивает, все на свете меня убивает. Ну, а что делать? Интересно. Зато потом у меня будет таунт. Нет, здорово. Окей, это таунт. Ну да, наверное. Значит, а что я еще сделаю? 3-2-2, это... 3-3-2. Наверное. Слушай, а может быть, и в лицо мне надо бить? Я тебе подумал, 5-8... Плюс еще 2. Ну давай. То есть мне нужно на следующий ход летало организовать. Ну да, наверное, так нужно делать. Кстати, можно было бы его убить. Вот я что подумал. Да, наверное, надо было его убить. Ну ладно. Честно. Положи это яблоко себе на голову. Ну, пока это не очень страшно. Жду приказаний. Герой в маске снова нас спас. Жесть. Жесть, жесть, жесть.
Теперь да, теперь вот эта колода уже сыграла лучше, чем имбовый маг. Прикольненько. Малфурион и Утер. Я буду сражаться с честью. Я так. Должен защитить природу. Не нужна эта тройка сейчас. Друида, ладно, я оставлю. Норм. Ну вот-вот. 1-4 ОП. Сярзмт. Ну, этого могу за пятерочку достать, на пять, да, вообще тащи. И сейчас мне лучше всего, если он решил от мини-бота достанет, я укушу. А потом вот этих двух на четвертый ход, его на пятый ход, и... нет, его на что не получится. Интересно. Все знали, что друид ОП, а маг такой себе. Никому не интересный класс. Давай, силот мини-бот, он же очень крутой. Давай, делаем. Дует. Во. Еще бы единицу. Но нет. Да, арены и ладеры разные, видите. В ладере там куда больше нужно. Так, и что мне делать? Значит, я могу его убрать с помощью двух карт. Ну, кстати, ладно, да, я согласен убрать его с помощью двух карт. Потому что он мне может куда больше дел натворить плохих. Еще одна ночь для охоты. Еще одна ночь для охоты. Да, я лучше уберу. Ну, то есть я в любом случае убрал одну карту, да, на халяву, вроде бы как. Ладно. Вторую, две на одну потрачу. Ну, бы, конечно, очень обрадовался, если бы там мимо выстрелил мне в лицо, то там бы вообще красота была бы. Но нет. Ладно. Немножечко выигрывает. Ну, самое плохое, если вот это за тройку из Seal of Champion, да, так он называется. Blessing of Kings, ладно, я смогу его докусать. Wisdom. Ладно. Или так убить. Не. Не. Да, я лучше его, наверное... Ну, хотя... Не... Почему я хочу достать его? Это будет дешевле, если я сейчас укушу. Да, лучше, наверное, я укушу сейчас. Блин, ну мне все же 4 атаки, они дополнительно нужны. Я тогда 5 смогу нанести. 5 это нормально для 6-го хода. Ну, ладно, не, давай. Да, это, может быть, это было бы правильнее. Ну, ладно. Ну что здесь все равно я 1-1 бы я бы легко укусил. Потому что я же хочу вот его на следующий ход сделать. Хочу. Ну что, начнем? Да. Окей. Ну давай. Люблю налёты! Во имя природы!
Ну, да, Лаганс и Грязин будет не очень хорошо, но... Ну, кстати, можно было бы сюда укусить. Я подумал. Ну ладно, без этого обойдемся. Я смогу на следующий ход вот этих двух разыграть. Дай мне подумать. Следуй правилам, сзади не такой уж страшный. Смогу его разыграть. Три. Три. Один. Ну да. Я залью эту аренку, конечно. Как же я могу не залить аренку, где 1-4 вообще тащит игры одну за одной? Окей. Хорошо. Могу так плюс укусить. Пожалуй. У меня есть большая пушка. Я оставлю 1-3. В идеале вообще сделать его настолько дешевым, чтобы я смог его для авантюриста использовать. Это я могу вот этим убить. Пора пустить кровь. Он тут крипер, это я укушу. Секрет. Это что-то мне не очень нравится. Бомба. Сделай мне бой. Не, давай так, это скорее всего венч. Нет, черт. Ложись! Это плохо. Я не рад совсем. Ну ладно. Не, не сначала дроу, он мне нужен был. Ладно, сойдет. Ну, пускай можешь так убивать, мне пофиг. Мне мог пригодиться, если там был бы Авенж, я бы убивал. С помощью 4-2-1-1. Ну да, ему, кстати, тяжелая ситуация, потому что реально нужно убивать вот этого парня. Убивать его двумя, это так себе. Не хочется, конечно, Naturalize очень использовать. Окей. Okay. Если он целится так... А-а-а. Окей, okay, он мне... Надо действовать быстрее. Да, это нужно ему так использовать. Хорошо, я бомбер сделаю. Что приказать? Правильно? Бомбер плюс вот этот? Я готов. Плюс укус? Ну, можно, конечно, не, я боюсь сделать туриста. Я готов. А чё, 6, а, плюс 4 достану, хекли. Да, не пойдет. Отлично. Вторая попытка. Ну, извини.
Ну да. Я бы расстроился на его месте. Что приказать? 3-5 укусить. Вот он, ба моя. Не, я по плану буду. Ну хотя можно сделать вот этих, да, я больше его раскачаю. Даже Mind Control Tag не очень страшно. Я не укусил вначале мужика, потому что я хотел, чтобы, ну, больше вероятности, что он попадет по мужику. А так будет меньше вероятности, что он попадет по существам. Мне главное существ убирать, а не по кого я бить. Я не против был бы и ударить и по этому. Как его. И по 6-1 я не против ударить. Там, не важно. Okay. Ты называешь это оружием? А будущее нам готово. Оруженосец, со мной! Я готов, сэр. Так, гнома! Ну да. Да нет, там консекрессия много. Не хочу. И вот так вот. Но только до звинг. Теперь. Я не попадусь.